тебя, Женька, буквально 3 минутки. Женька, когда в следующий раз? Что? Когда в следующий раз? Ну, не знаю, когда-нибудь. 2025? Когда айфон выйдет следующий, вот так раз в год? Смотри, Диман, Жека помнит. Думаю, не напоминай регулярно. А-а-а. Что-то Мирамар совсем, да, не популярная карта, почему? А, да, да. Я если ставлю рандомно, она у меня почти все время. Хотя иногда вот что-то проскакивает другое. Что-то мне Викенди нравится, но она почему-то редко падает. Хотя там железная дорога теперь веселая, блин. Круговая, то есть ты можешь с одной зоны на другую спокойно на поезд сесть. И он останавливается, оказывается, я не знал. На станции спокойно сел. Ладно, конечно. Почему водителя нет в этой железной дороге? Ну, в этом поезде. А, не знаю. Сейчас, ребятки, дописываю ей. Угу. Пусть пока нет, все равно это будет долго искать. 12 апреля. Сяго-го, да? Так, готов. Тыкнул я готов, что ты так быстро свернул. А чё у меня отменился готов, я же нажал. Не, ты готов вроде бы. А, готов, а у меня нет написано. Я подавал документы 12 апреля. Блять, апреля написал. Ну так отправляй, нормально. Это как раз, да, по их. Бля, мне, кстати, отписку просто прислали стандартно. Помнишь, Женя, я тебе показывал картошку пирожное с волосом? Mm-hmm. Просто прислали, блядь, хуйню какую-то и все. Ну, эти органы. Пироженщики вообще нихуя не ответят, пятерочка, ну тоже нихуя. Я просто всякий пожарный ответил, чтобы имели в виду. Вдруг там таких, как я, штук 20 нарисуются, тогда будут разбираться. Пусть этого нахуй шлют этот ама-хуяма, этот говно, я теперь понял. А вы как поняли, что это говно? Просто не нравится вкус? Оно просто, да, было невкусное. Ну вот да, козлы. А Потребнадзор просто отписку мне прислал через месяц, типа, блять, вот вы можете подать двух экземпляров, хуём, а я думаю, ой, блять, ёбу дали, я за 140 рублей, там, одно пирожное с волосом, я буду, блять, ебаться. Херня, так не должно быть, реально, если у меня есть пруф, видео, фото, блять, я все сфоткал, качественно, тщательно сделал, а они, блять, хотят еще, чтобы я, блять, бумажными копиями каким-то куда-то обращался, ехи ебанутые. Мне кажется, в нормальных странах, реально, если ты пожалуешься, там, реально, просто приедут по одному электронному, вот, пришлёшь, и этого достаточно. Ну, то есть... Блин, ну как можно загнобить кого угодно? Не, ну я свой ID предоставляю, пожалуйста, чек, вот я покупал реально, блядь, то пирожное, как еще, ну как бы... Игорь, Димон, а вы подгрузились, нет? Что-то...